Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас на обзоре будет новая крутая RPG-игра под названием League of Sigmen. Это, ребята, сиквел, потому что есть первая часть, которую скачало более 10 миллионов людей, и вот, ребята, вышло продолжение, а именно вторая часть. Она очень крутая. Так, я в игру захожу, в принципе, как гость, не хочу регистрироваться, потому что мы с вами сейчас быстренько поиграем. И также, ребята, я снимал первую часть, она была очень крутой, и вот вторая часть, которая требует интернета, без возможности поиграть без интернета, к сожалению. И также, ребята, игра весит более 300 мегабайт, довольно-таки очень много, на мой взгляд. Ну, игра прикольненькая, ребята, прикольненькая, это вот я, Сигрид Бунчерт. Быстро прочитал, не знаю, правильно, неправильно, но, в общем, не суть. Вообще, по сути, я, короче, в начале игры проходил тренировочку, но сейчас мы с вами что-то не проходим ее. Видимо, полностью ее прошли. Так, здесь у нас настроечки. Так. Что у нас насчет графики? Ну, вроде все окей здесь у нас. Здесь какие-то еще промокоды. Ну, давайте, и уже охота, если честно, поиграть, поэтому давайте выберем... ой, ё-моё, сколько, ребята, таких вот крутых стикманов, посмотрите, это офигеть, круто. Здесь у нас что, тоже типа какого-то инвентаря, где можно все типа использовать, если у вас что-то там будет, например, да. Здесь у нас что, Стронгест, какие-то тоже стикманы, различные прямобасики, пасхалочки, да, мне так кажется. И есть магазин, но это донат, как же без него. Так, а теперь, чё, как нам играть начать-то, а? Так, вот здесь может быть... Вот. Я хочу просто уже, ребята, сражаться, если честно. Мне не терпится показать вам всю мощь этой игрушки. Эти все эффекты, спецэффекты, мифекты, короче, туда-сюда. Ну, типа, вот, квест. Ну, вот. Сейчас мы что-нибудь нажмем с вами. Так, и что, куда ты... А, вот сюда надо было, да? Вот они, ребята, вот она. Спасибо, все, мы разобрались, теперь нажимаем вот челлендж. Вроде сюда я нажал кака, ох, нифига себе, кака, ребята, Sigmen кака. И, естественно, ссылочка на игру будет в описании. Также не забываем ставить лайки, подписываться на канал и писать крутые комментарии, чтобы я ставил вам лайки. Ну, а мы, ребята, с вами погнали. Так, давайте сразу отключим музыку и потом уже поиграем также со звуковыми эффектами, потому что они здесь очень крутые. Я как увидел, что игра вышла, что именно вот вторая часть, что это сиквел, да, что есть первая часть, потому что я знал, ребята, первую часть, которую там скачал более 10 миллионов людей, популярная игра. И смотрю, в Play Market у нас вторая часть, которая находится в бета-тестировании. Да, ребята, эта игра еще в разработке, поэтому здесь вы наверняка встретите баги, либо что-то еще. Ее сразу, даже без каких-либо думаний, качаю ее, и вот, ребята, записываю для вас такой вот обзор. Качайте, кому понравилась игра, кто любит RPG, кто играл в первую часть, то просто-напросто обязаны скачать первую, а точнее, ребята, вторую часть. И все. Здесь, ребята, вот есть такие кнопочки, чтобы использовать различные суперудары. Есть ярость, ребята, различные круговороты, ярости, парости. Все, ребята, здесь есть. В этой игре League of Sigmen вторая часть. Так, ё-моё, что ты не уничтожаешься? Ух ты, какой, ребята, сильный попался. Так. И все, ребята, он уничтожен. Здесь у нас монетки. Собираем их, чтобы потом покупать новые примбабасики для нашего Sigmen'а. И чтобы все было у вас хорошо. Победа, ребята. Так, нажимаем следующая стадия. И следующую, ребята, стадию мы поиграем с вами со звуковыми эффектами. А потом завершим просто-напросто обзор этой игры. Погнали. Yeah!
Офигенные звуковые эффекты, офигенная игра. Ссылка в описании. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. Пока.